Привет, друзья. Ну вот, я держу в руках кларнет в строе соль, то есть гейный кларнет. Ну, это как бы четвертый из моей коллекции кларнетов. То есть я уже вам показывал кларнет в строе ми-бемоль, так называемый сопрановый, затем кларнет in B, основной вид, кларнет в ля in A, и вот этот четвертый, так сказать, кларнет в строе соль in G. Ну и следующий будет бас-кларнет, с которым я вас чуть позже познакомлю, и вы увидите, так сказать, еще один инструмент из моей уникальной коллекции. Ну, сейчас я вам сыграю на нем вступительный раздел из неоконченной симфонии Франца Шуберта. Главная тема. Неоконченная симфония Франца Шуберта, вступительный раздел соло кларнета, который я исполнил на кларнете in G соль мажорном варианте инструмента.